Привет, друзья! Сегодня у нас очень крутой рисунок по клеточкам. Будем рисовать скорпиона. Начинаем. Рисуем 8 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше сразу, наверное, нарисуем снизу, а потом будем двигаться вверх. Итак, снизу выходим на одну клеточку, влево рисуем две клеточки. На этом же ряду две вправо пропускаем, рисуем одну. И теперь через одну еще две клеточки. Пропускаем, рисуем, пропускаем, рисуем. Получилось три клеточки через одну. От первой лесенкой вниз, влево добавляем одну. А здесь просто по одной клеточке вниз добавляем. Получилось по две. И теперь лесенка еще вниз, добавляем по одной. Теперь возвращаемся к этим двум клеточкам. От первой лесенкой вниз добавляем две клеточки. К самой нижней влево 4. 1, 2, 3, 4. Получается на этом ряду 5. Одну влево пропускаем и добавляем еще одну. Следующий ряд снизу. Первую пропускаем, 4 рисуем. Снова возвращаемся на этот ряд, где мы нарисовали 5 клеточек. Считаем слева направо. 1, 2. От третьей клеточки одну добавляем вверх, одну пропускаем и снова одну вверх добавляем. А к четвертой добавляем две клеточки вверх. Клешня и лапы нарисованы. Теперь будем идти вверх. Здесь мы начинали рисунок 8 клеточек. На следующем ряду вверху рисуем на 3 клеточки больше. Добавляем 2 влево и одну вправо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 клеточек рисуем. Посмотрите внимательно, чтобы не ошибиться. 2 клеточки влево. Вылезли на 2 клеточки влево, а здесь на одну вправо. Теперь к этой последней клеточке добавляем одну вверх. Получается 2. Только что нарисованное одну добавляем вправо, поворачиваем на одну вправо и к ней еще одну вверх. Получается тоже 2. Теперь ко второй, к самой верхней, добавляем 3 клеточки вверх лесенкой влево. К самой верхней еще 3 влево, получится 4. На этом ряду получается 4. Чуть выше рисуем 2 по центру. Дальше возвращаемся к этим двум клеточкам. На этом ряду 2 влево пропускаем, одну рисуем. И снова 2 пропускаем, но уже влево рисуем 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нарисовали 8 клеточек, теперь к 8, вверх, вправо, рисуем одну клеточку. Теперь от только что нарисованной
2 пропускаем влево, 1, 2, 3, 4, 5 рисуем. Нарисовали 5 клеточек, теперь к пятой вверх одну добавляем лесенкой. И снова от только что нарисованной 2 влево пропускаем, рисуем дальше 4, 1, 2, 3, 4. Нарисовали 4 клеточки, теперь к четвертой не лесенкой, а просто вверх добавляем еще одну. Теперь к только что нарисованной вверх лесенкой добавляем 4. К самой верхней четвертой влево добавляем 1. Ко второй клеточке влево добавляем 3. К третьей сначала 1 добавляем. Влево на этом же ряду 2 пропускаем и еще 2 добавляем. Еще одна клеточка осталась. 1 влево пропускаем от нее, рисуем 2. Две пропускаем и еще 1 рисуем. Получился очень крутой рисунок скорпиона по клеточкам.